Ну, тут немножко ситуация-то изменилась в корне, конечно же, и как вы видите. Куда мне встать? Все? Да. Меня слышно? Ну, это же мотоцикл, да? Скрамблер. Так. Вот тебе микрофон. Микрофон? Будешь всю дорогу в него говорить. Причем он похож на микрофон из моего детства. Точно такими же в меня трудовик бросался, когда мы его подбешивали. Ты знаешь этот предмет? Все, мочи. Привет, друзья. Ну, тут немножко ситуация-то изменилась в корне, конечно же, и как вы видите. Мотоцикл-то для тех, кто не боится испачкаться в пыли, а может быть, не только в пыли. Это тот самый момент, когда вы часто ездите к друзьям на шашлыки. А так меня лучше, может быть, будет слышно. По техническому оснащению абсолютно одинаковый мотоцикл. Все то же самое. Все переключается, и Easy Shift стоит. То есть вам нужно один раз только выжать сцепление для того, чтобы тронуться с первой передачи. Дальше вы можете совершенно спокойно не напрягать себе левую руку. Левую же? Да, левую. Здесь, ну, прямо здесь чувствуется уже, конечно, утилитарность некая. Здесь даже вот мухобойничек есть впереди. Аккуратненький. Я думаю, он, да, где-то в районе пупка будет воздух отбивать. Будет, чтобы покомфортнее ездить. Но опять же стиль. Какой стиль, да, то есть один, ну, как бы видно, что я уже немножко изменился. То есть тот самый момент, когда вы абсолютно спокойно чувствуете себя, или, возможно, вам опыт позволяет выезжать за пределы асфальта. За пределы асфальта. Сварт пилен, черная стрела. Но как раз таки уже цвет обязывает не бояться испачкаться в пыли, грязи, съехать с дороги. Ну, опять же, там, не бояться непогоды. Потому что мотоцикл уже более к этому приспособлен, конечно. И опять же, говорим, актуально будет для него, если вы захотите вдруг поураганить, можно отключить и трекшн заднего колеса, АБС заднего колеса. То есть вы можете и потормозить, и пооткрывать вонючечку. Поэтому такой уже более интересный вариант для, опять же, для, скажем так, или для смелых, или для отчаянных, или для... Да для всех. Потому что, мне кажется, его можно постигать, этот мотоцикл, и постепенно с тем, как вы постигаете, вы будете, соответственно, менять какие-то настройки. То же самое, подвески в ВП стоят, все регулируется. Да, опять же, мы говорим про очень крутой, интересный стиль. Все оборачиваются, все спрашивают, все интересуются. И не могу не согласиться. Очень интересные модели по дизайну. Дизайн, как вы понимаете, в последнее время это тоже удел смелых. Почему говорить молоток у меня в руках? Почему молоток у меня в руках, Миш? Так случайно получилось. Или мы что-то хотим изменить? Нет, нам все нравится. Или это микрофон? Это микрофон. А, это микрофон. Ведь меня лучше слышно, да? Конечно. Технические характеристики. Да вы найдете их где-то вот рядом. Все то же самое. Мотор тянет, прет, переключается. Мне очень нравится, очень нравится. Мы говорили о том, что есть большой опыт владения родственниками, как минимум этого мотора, и показали они себя за многолетний опыт эксплуатации более чем хорошо. Причем эксплуатация была, ну, непростой. Непростой в условиях обучения, в условиях трека, в условиях прям проб и ошибок. Но там, например, всегда ребята сталкивались с тем, что при переключении вниз, когда мы учили, когда мы учим переключение передач, ну, непосредственно, да, уже на треке, во время там торможения или еще что-либо, все сталкивались с проблемой, что, ну, подтаскивало, подвиляло заднее колесо. Почему? Потому что там нет слипер-клатч, так называемого проскальзывающего сцепления, а здесь оно есть. И получается, что вы можете совершенно спокойно ездить на этом мотоцикле уже, ну, можно сказать, как на полуавтомате. Выжили сцепление, тронулись, все, дальше вы просто переключаетесь вверх, вниз, сколько передач вам нужно.
То есть мотоцикл будет крайне стабилен, крайне устойчив. Его не начнет волтузить, не начнет там что-то срабатывать. Очень-очень... Опять же, ну как? Вроде бы, казалось бы, 400. Вроде бы, казалось бы, ну... А нет. Это серьезная комплектация. И в одном, и в другом мотоцикле для такого мотоцикла. Обычно это был всегда удел каких-то дорогих мотоциклов, каких-то... На, можно микрофоном пойти поговорить. Блин. Замолчал. Он услышал. Было бы круто, я бы сейчас вышел из кадра такой, что там кто шумит, сейчас я подойду. Раз, потом такой подошел, такой, все нормально, продолжаем снимать. Туда новый дизайн, ну, зарестали его хорошенечко, и напичкали его прям, ну, хорошенечко. Ну, как бы, теперь это прям такой, я бы сказал, такой дерзкий, резкий, на все способный пронзатель пространства и времени. Особенно в городских условиях. Погнали кататься.